У Лоєвському районі вирішили переутворити шире бетонні автобусні припинки у живописні полотни. З відповідною ініціативою виступив місцевий райвиконкам. Ідею підтримали у районному совєті депутатів і притягнули до її реалізації навученців педагогічного коледжа. Що з гэтага атрымалася, ведае Олег Сінцюров. Лоєвський державний педагогічний коледж – установа, відомая далеко за межами района. Во всіляким разі, зараз тут навчаються представники Гомельской, Брестской, Могилевской і Мінской областей. Причем, будучи наставники початковых классов добро ведают не только свою основную специальность. За больших полстагодий основания установы тут склалась своя система подрыхтовки, не опошнее место в якой займая развитие творчих здольностей. Сегодня у колледжа існуе больше 20 гуртков по интересах, выником деятельности яких заявляются прозовые места на областных и республиканских конкурсах. Кроме того, занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию профессиональных качеств, потому что учителю необходимо начальных классов тоже владеть навыками изобразительной деятельности. В учебном плане начальной школы предусмотрен такой предмет и его преподавание. Идея притягнуть навученцев колледжа до упрыгоджвания населенных пунктов належит Лоевскому райвыконкаму. Финансовую подтримку, необходимую для набытия тех же фарбов, оказывают районный совет депутатов и местовая организация Белой Руси. Пакуют в проекте 6 автобусных припынков, как у самим городским поселку, так и в некоторых вёсках. Теперь такие вот капитальные автобусные припынки у Лоеви не просто некие шерые сбудования. Каждый из них становится своеобразной картиной со своим сюжетом. Причем это не только пригожа, а и познавально. Вот этот припынок, например, посвящен правилам пожарной безопасности. Для того, как расписать автобусный припынок, необходимо около одного дня. Рабочая группа собирается выключно на доброохотной основе. Одинная умова – наявность мастерских навыков. Местные жихары идею восприняли становча. Некоторые навод спиняют машины, как сказать «дякуй». Что тычется самих картин, то их темы, звичайно, выбираются коллективно на основе проведенных сирот наученца колледжа конкурсов. Головное, как было пригожа, патриотично и створала добрый настрой. Один из последних проектов, это были символы Малой Родины. И вот на этой остановке как раз есть то отражение символов. Это поле, это небо, это аист, который летит в полете. Вот. И здесь мы старались именно вот с учащимися передать вот, и отразить теплоту родного края, вот, бесконечность полей, небо бескрайнее. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район.